Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Наступило лето. Это значит, что для онкологов всей нашей страны пришла пора белых ночей. За сравнительно небольшой срок форум в городе на Неве превратился в масштабное мероприятие с участием ведущих специалистов из России, стран СНГ, зарубежных экспертов. Нас ждут впереди 4 насыщенных дня. За это время своим опытом, знаниями, навыками поделятся клинические онкологи, онкорадиологи, онкохирурги, онкоиммунологи, ученые-экспериментаторы. Полученные знания и опыт мы будем использовать в своей каждодневной, повседневной работе. Практические знания, полученные при посещении мастер-классов, будем активно использовать в своей хирургической практике. Команда нашего института активно участвует в работе «Белых ночей» с момента основания. В этом году мы привезли доклады по онкоиммунологии, онкокардиологии, доклады, посвященные лечению злокачественных опухолей головы и шеи и абдоминальной патологии. Наши молодые ученые будут участвовать в своей секции. Лично я буду участвовать в секции по абдоминальной онкологии и по организации онкологической помощи. Я благодарен организаторам форума за возможность выступить, за возможность получить новые знания и навыки. Я желаю всем плодотворной работы и надеюсь, что все мы увидимся в Северной столице. Спасибо.